24 апреля 2024 год. Красивая дата у нас, да? Значит, смотрите, я действительно целенаправленно ищу поводы для оптимизма. В основном это обращено к гражданским, потому что я начал с того, что это начал матери своей внушать этот оптимизм, пытаться передать. Кошечка пришла. И постепенно это переросло в такое, что вот ко мне люди обращаются, спасибо, там уже знакомые там с Харькова моего пишут там, что спасибо тебе, потому что, ну, и нам как-то силы поднимаешь, там как-то настроение. То есть и кто-то меня называет, может, даже оправданно там каким-то рафинированным оптимистом. Но сейчас будем, не будем даже трогать то, что кто-то по жизни оптимист, кто-то пессимист. Откройте новости. Просто посмотрите объективно на вещи. То есть у нас что? У нас сегодня ночью... Не у нас с кошкой, а вообще в стране. У нас сегодня ночью подписал Сенат Соединенных Штатов Америки пакет о предоставлении помощи на 61 миллиард Украине. Сегодня ночью. То есть Конгресс уже принял, Сенат уже принял. И осталось у нас, если у нас у Байдена там ручка не сломается при подписи, то я думаю, что прямо сегодня, 24 апреля, будет подписан этот пакет. И уже на этой неделе... Сегодня среда, по-моему, да? То есть уже на этой неделе это вооружение появится, часть этого вооружения будет на линии фронта у нас здесь. И мы будем этим пользоваться. Более того, я вам что скажу. Когда Конгресс подписал, я здесь, находясь вот сейчас возле Орехова, да? Город Орехов, Запорожская область, Работино. То есть я вижу, как наши ребята начали активнее использовать там Хаймерсы, Арту, там еще что-то. То есть все уже понимают, что сейчас придет... Сейчас придет к нам еще пополнение этих боезапасов, понимаешь? Это сейчас происходит. Вторая новость какая. Великобритания. Риши Сунак подписывает нам передачу вооружений на 600 с чем-то миллионов, то ли долларов, то ли фунтов стерлингов. Там 1600 ракет. А, поэтому по Хаймерсам, кстати... Атакамсы же передает нам в американцев в этом пакете. И они снимают ограничения со 165 километров. Мы теперь будем работать на 300 километров дальше этими атакамсами. И я еще не знаю, снято ли там ограничения на то, что мы не можем бить по территории Российской Федерации. Но то, что на 300 километров уже будем бить, это 100%, да? То есть смотрите. И их там около 1000, насколько я знаю. Я еще не нашел подтверждения в каких-то достоверных источниках именно такому количеству ракет. 1000. 1000 атакамсов на 300 километров. Это, блин, ребята, очень круто. А если нам еще этот Риши Сунак, который передает нам этот пакет, там 1600 ракет. Из них, конечно, далеко не все Storm Shadow. Но если их там хотя бы, там, я не знаю, 500. Вы представляете, что с ними может? Что Storm Shadow — это те ракеты, которые впервые в истории расхренячили подводную лодку, да? Вот это, которую россияне в Севастополе держали. Это, ну, в общем, это долго сейчас перечислять. Вторая это новость, да? Это все буквально за один день. Две новости будем говорить. Смотрим третью новость. Ну, даже не новость, а просто вчера посмотрел на этого Кадырова. Вы видите, что человек скоро крякнет. Представляете, какое-то с Чечни все началось, с Чечни все закончится, я так думаю, в Российской Федерации. Кадыров уже сидит там еле языком, он младше меня по возрасту, вы посмотрите, на слово не может связать, блин, нафиг так, чтобы без него язык зубами не прикусился. Похвастался тем, что он в 15 лет первому русскому голову отрезал, да? Ну, вот как бы нашла судьба героя. Китай вводит ограничения банков против того, чтобы... То есть платежи между Российской Федерацией и Китаем пресекаются. Потому что они попадают под вторичные санкции. Китаю это не нужно, потому что товарооборот с Россией у них куда меньше, чем товарооборот с этим самым, с Соединенными Штатами Америки. Блин, что-то я еще хотел сказать. Самолеты же еще, ребятки. В мае месяце, вот сегодня 24 апреля, в мае месяце нам переходят уже первые F-16. Нам поставляют 60 штук, блин, за этот год. То есть F-16, Норвегия, Дания, там спасибо всем огромное. Посмотрите, пожалуйста, потрясает меня ситуация в этой самой, в Словакии, да, то есть там какое-то, не буду материться, ну, правительство такое пророссийское, и отказались передавать какие-то пакеты помощи, вооружения украинцам. Народ сам собрался, собрал там что-то около 3 миллионов евро, собрали на то, чтобы просто сами сказали, ну правительство у нас гниды, конечно, ну мы тогда сами соберем. И люди сами собрали нам больше 3 миллионов евро просто на помощь Украине.
Представляете, я не говорю там про помощь Японии, Австралии, это все помогают, спасибо огромное, господи, ребятки, всем миром задавим эту гадину, вот эту пьяную, вонючую страну, которая лезет, бурагозит, блин, помешанная на своем величии, они помешаны на своем величии, знаете, что я недавно понял, потому что им не хватает этого, у них этого нет. Понимаете, и они начинают рассказывать, но когда ты начинаешь сюда, я просто говорю, давайте поговорим о величии, там. Когда мы говорим там, про Францию, я там вспоминаю Рабле, да, там 16 век, вспоминаю там Монтенья, который в 14 лет читал Монтенья, который 1500 там, какого-то года рождения, да, вернее 1400 какого-то года. Про Испанию говорим, про Сервантеса, там, писатель 16 века, про кого мы там еще можем говорить, про Шекспира, то же самое, 16 век. Назовите мне русского писателя 16 века, пожалуйста. Не сможете. Ну, я думаю, что никто не сможет, потому что его физически не существовало. Да? Ну, поэтому они нуждаются в этом величии, поэтому они начинают эту шняху толкать по поводу того, какие они великие, могучие и так далее. Да? Но забывают о том, что их первый крупный, вот открываешь Википедию, первый крупный русский ученый Ломоносов, где учился в Киево-Могилянской академии. Потому что она в 1600 году основана, эта академия. А российский первый университет, когда московский, в 1755-м, ну как бы, но великие, конечно, россияне, вот они и лезут, ну ладно, это уже отступление темы, в общем, я не знаю, если кто-то сейчас может по каким-то поводам расстраиваться, то я не знаю, что это должны быть за поводы.